приветствую. В первую очередь хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего. Сегодня будем готовить на стол такие вот закусочные шарики из свеклы с сельдью, сыром и яйцами. Приготовила я 500 грамм свеклы, одно яйцо, сыр твердый, примерно 80 грамм, филе сельди 120 грамм, майонез у меня домашний, как всегда, 25 грамм, и соль, перец. В первую очередь я натру свеклу на мелкой терке, сразу намарлю, так как не надо отжать сок. Вот столько сока у меня вышло. Далее натираю сыр. Также натираю яйцо. Далее посолю, поперчу. Добавлю майонез. Все перемешиваю. Теперь посолю. Обязательно пробую на соль, потому что селедка соленая. И еще один важный момент. Можно было бы и не посолить, потому что сыр по себе соленый. И сельдь. И селедка, да, достаточно такая соленая. Теперь возьму небольшую порцию свекольной массы. И буду делать небольшие лепешки. И в центр выложу селедку, то есть филе сельди. Так вот делаю. Скатываю в шарик. Если масса будет липнуть к рукам, то советую намочить руки водой. Вот такая вот закуска. Такие лепешки, кругляшки у нас получились. То же самое проделываем с остальными. Продолжаю я еще делать лепешки. Такие симпатичные, необычные. Я думаю, это импровизация селедки под шубой. Всем пока-пока!